Итак, третий видеоурок серии «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы», друзья. С вами Ольга Овчинникова. В первых двух уроках, если вы их не видели, сейчас здесь появится подсказка. Сделайте это видео на паузу, перейдите, посмотрите те два видео обязательно, тогда можете уже приступать к третьему видео. Мы проложили шпалы, положили на ней их рельсы, и нам очень важно, чтобы по ним поехал наш электропоезд. В сетевом маркетинге электропоездом является наш личный бренд. Это я, да, и у каждого человека это я свое. И мы каждой индивидуальности, в каждой нашей индивидуальности идут люди, которым симпатичны мы, и люди, которые, скажем так, нужны нам, да. Значит, что нам нужно сделать для того, чтобы очень быстро поднялся наш бизнес? Нам нужно, первый момент, давать много информации во внешнюю среду. Вот как только вы понимаете, что вы владеете полностью маркетингом, знаете о продукции, знаете о товаре, и понимаете, как вы, лично вы, заработаете, к примеру, ну, первые свои 100 тысяч рублей, у вас есть это четкое понимание, значит, на это понимание к вам будут приходить люди. А это значит, что мы рассказываем с вами не маркетинг компании, не кто ее президент, не что означает ее название, не когда там ее придумали и так далее. Мы с вами говорим именно о выгодах другого человека. И мы это делаем каждый день по много раз. Вот вначале придется поработать над тем, что давать информацию каждый день и много раз. Чем большее количество людей узнает о вашей информации, о выгодах, которые вы предлагаете, да, при работе с вами, тем быстрее будет, скажем так, расти ваш чек. Но в нашей компании мы зарабатываем ежедневно, поэтому от каждых сегодняшних действий, да, зависит мой доход, и вечером можно уже посчитать, о, сегодня вот такая-то сумма, к примеру, да, мною была заработана, или с помощью моих партнеров, скажем так, выгоды для человека, для того оппонента, которым вы идете и рассказываете. Я понимаю, что абсолютно каждый, в том числе и я, хотим, чтобы было так. Мы сделали какой-то пост, выложили в Инстаграм видео или текст, записали видеоролик, и к нам сразу кинулись люди. Ну, да, ко мне уже приходят люди с интернета, с различных, скажем так, источников. Но если вы еще не наработали целевую аудиторию, если у вас, например, 100 подписчиков в Инстаграм, 5 подписчиков на YouTube, да, и 1000 подписчиков ВКонтакте, а вы там выкладываете «Вопли березы стояла», либо там «Банки с консервацией», то, естественно, в бизнес эти люди не придут. Поэтому, друзья, я очень рекомендую своим партнерам тоже сначала языком наработать, да, определенную базу людей, то есть приходить с предложением. Мы очень часто говорим о том, что нам не нравится кого-то втягивать в бизнес, там, я не хочу кого-то уговаривать. Мы никого не уговариваем. Мы являемся с вами экскурсоводами по бизнесу. Понимаете, экскурсовод – это человек, который показывает возможности. Экскурсовод – это человек, который видит преимущества и пользуется этими преимуществами сам и предлагает воспользоваться этими преимуществами другим людям. Понимаете, вам нужно просто себя спозиционировать совершенно по-другому. Вы показываете людям уникальность своей компании, в какой бы вы ни работали. Да, вот я знаю, какие уникальные моменты есть у моей компании, допустим. Вот. И это будет такой переломный момент, когда вы будете показывать выгоды. Вот в этом случае вы поймете, что вы не навязываете, не переподписываете другого человека, а люди сами к вам начинают идти. И только тогда, когда вы 2, 3, 4, 5 человек пригласили таким образом, вам уже есть что показать. И вот в этот момент вы эти социальные доказательства перекладываете в социальные сети. Да, если вы работаете через интернет, вы показываете, что за такой-то количество времени у вас столько-то партнеров, что у вас, допустим, в команде проходят планерки ежедневные, допустим, по утрам, да, кто что делает. Есть момент делегирования, там, допустим, кто-то из партнеров изучает Инстаграм и передает свои знания другим партнерам, да. Вот мы сейчас пошли с командой в Инстагейм,
Кстати, офигенный сервис. Ссылку вы можете взять под этим видео. Заходите, научим, покажем. Подписчики прибавляются десятками в день. Лайки, комментарии, сохраняемые видео. Вообще, Инстагейм работает просто шикарно. Ссылка здесь под видео. Вот, допустим, кто-то из партнеров, я прошу прощения, очки одену, солнце очень яркое, кто-то из партнеров владеет Ютубом, да, и передает свои знания. То есть вот какие-то такие моменты, когда видно, что вы не одиночка, что у вас есть люди, пусть даже 2-3 человека, но вы уже развиваетесь в бизнесе. Вот это тот, скажем так, паровоз, электровоз, который встает на наши подготовленные уже шпалы и рельсы. Да? То есть заявить о себе и начать применять и действовать. Помните, очень важно, чтобы был результат, да, вы должны понимать, зачем вы делаете то или иное действие. Вот я сейчас записываю это видео, я совершенно четко знаю, что я хочу от него получить, чему я хочу научить, что я хочу передать, какой опыт я хочу передать, да, и я понимаю, что у каких-то людей в какой-то момент щелкнет вот то, о чем я говорю, и люди начнут этим пользоваться, начнут это применять, и начнется командное строение, потому что наш электровоз, он, естественно, будет состоять из вагончиков, которые к локомотиву будут цепляться, да, вот это очень важно, чтобы к локомотиву цеплялись вагончики, да, а это лидеры, друзья, пятизвездочные кандидаты, которым не нужно объяснять элементарные правила поведения в MLM. Это люди, такие же, как и вы, которые будут показывать другим выгоды. Да, ведь как происходит? Посмотрите, сетевик приходит к нам в компанию, да, вот мой пример, 25 числа ко мне в команду зашел сетевик один. А уже через 7 дней мы поехали открывать новый город, новую структуру. То есть мы здесь как бы построили у себя в городе уже, да, структуру, поставили на рельсы, они поехали, стали работать. Он говорит: Толя, ну что там, в Пензе люди есть. Сели на машину, завели, поехали, открыли в Пензе новую структуру. Сейчас поедем еще куда-нибудь. Вот, то есть это один пятизвездочный кандидат, который делает большой бизнес. Да, приходится отрываться от своих и работать с этими людьми, их учить и так далее. Но это же кайф. Это же как раз то, к чему идут все сетевики. А для того, чтобы выйти на такого человека, да, пятизвездочного кандидата, вы должны владеть выгодами, преимуществами, возможностями вашей компании. И правильно их позиционировать, правильно их нести в мир. Да, это как раз вот шпалы, которые в предыдущих уроках мы с вами были. Поэтому, друзья, мы сейчас с вами ставим на рельсы наш электровоз тем, что мы сами вначале пока идем к другим людям, мы массовики-затейники, мы показываем людям выгоды и возможности, люди оценивают эти перспективы, говорят, ну что, классно, я такого вообще никогда не видел, супер, я иду с тобой, это здорово. О том, как цеплять вагончики к нашему локомотиву, это будет следующее видео.